Я поняла, что лучше, что умнее, лучше меня нет. Да, лучше умнее. Порядочнее человека нет. Это то, что. То, что поняла, Анка. Тот человек, который мне для жизни нужен. Наверное, то же самое почувствовал и дедушка. Наверное. Как вы друг друга поддерживаете в это в такие времена тяжелые? И вы... Моральная поддержка, Анка, это все очень сложно. Ну как это? Взаимопонимание. Анка. Взаимопонимание, советы, дружба. Всегда быть рядом, если человек одному из нас плохо. В жизни же все бывает, ты же знаешь. Жизнь не такая простая. Успех нашего брака в взаимном понимании, в любви, ну как, ценить дружбу, не стремиться за большим богатством, а и стремиться... главное, не мерять все на деньги. Да, вот и все. И стремиться за... Это не главное для брака. По каждому поводу не делать из этого... чего-то такого, из-за чего в семье происходят неприятности, ссоры, все. Где нужно, муж должен уступить, где нужно, жена должна уступить. К этому относиться с понятием. На ровном месте не делать проблем. Вот так говорят. Есть такая постановка была украинская. Там мама обращается к сыну и говорит, что матька зробив, то матька и зиш. Ну, наверное, учитывая, что мы вместе прожили 65 лет, что у нас уже такой жизненный опыт, мы бы написали прежде всего, чтобы правильно прожили свою жизнь. Чего и вам пожелали.